Прорвались все. Плохо это. Нам надо на помощь идти. Los it, man! Los it! Hey, Siso, ik heb nou hulp nodig! Помогите мне!
Черт, всего-то и надо было сделать это еще пару сотен раз. Пожалуйста, нужно поговорить. Я потеряла коробку, в ней все мои записи. Мой компромат на вояк. Надо ее найти. А вот и проблемы. Я была в поезде, на нас напали повстанцы. Тогда-то коробка и пропала. Поезд стоит на станции. Можешь пойти туда и найти мне коробку? Ну, конечно, только о себе и думаешь. Рад тебя видеть. Сюда. Хорошо, что ты здесь. Тут еще... Поезд стоит на станции. Можешь пойти туда и найти мне коробку? Мерси, ты очень добр. Ты сегодня не только мне помогаешь. Идите как можно быстрее. Салю, шер. Прошу, скажи, что нашел коробку. О, слава богу, спасибо. Теперь я уж точно у тебя в долгу. Сюда. Хорошо, что ты здесь. Я узнала о больших запасах оружия. Один знакомый признался, что он прячет оружие в доме на своей ферме. Его дом захватил СНС. Теперь мой приятель боится, что они найдут тайник, и тогда тут станет совсем невыносимо.
Оружие спрятано в доме. Мне нужен доброволец. Пойти туда и уничтожить склад. Может быть, ты сделаешь? Хорошо. Тут и так слишком много оружия на руках. Дай мне знать, как все пройдет. Thank you.
Не ожидала тебя здесь встретить. Привет. Ола. Как все прошло? Легко нашли ферму? Хорошо, у СНС не будет оружия. Жаль. Вот мы и встретились. Вот мы и встретились. Хочу попросить об одолжении. Сегодня тут проедет колонна грузовиков. Везут новую мебель в особняк Мбантуве. Ты представляешь? Его народ голодает, а он купается в роскоши. Это мерзко. Я бы и сама уничтожила конвой, если бы могла. Но мне нужно через час встретить информатора. Ты мне не поможешь? Пусть обходится тем, что есть. Удачи. Thank you.
Алла. Алла. Что с колонной? Бантуви очень разозлится. Не повезло ему, а? Как тебе драг-дилеры? Я их ненавижу. Я знаю двух дилеров. Они собираются привезти новую дрянь. Знаешь, как они ее называют? Орехи. Глупо, правда. Вот мы и встретились. СНС хочет заработать, продавая наркоту. Я этого не допущу. Один дилер на вилле, другой на аэродроме. Пусть оба умрут. Ты возьмешься за эту работу? Это ведь наркотики не для взрослых. Они сделаны специально для детей. Что за животные такое сотворили? Thank you.
Чайл. Они мертвы? Ты сделал первый шаг в рай, милый. Значит, не только деньги тебя... Осторожно. Не нравится мне этот... Постой-ка. Никакого оружия, приятель. Руки в стороны. Я слышал, у него рак. Всего 3 месяца осталось жить. Да чего только люди не имеют? Чушь. А еще я слышал, что кому-то заплатили за его убийство. Кого, шакала? Да брось, чувак торгует оружием. Кто захочет его убивать? Эй, жадина, какой смысл делать что-то для фот? Разве ты не знаешь, что они враги? Только СНС. Чем же ты занимался, парень? А тебе говорят, в каждой пивной отсюда до Катманду. Ну давай, поговорим о деле. Пошлёшь того парня? Он подходит. Мы планируем нападение на автопарк Афот, а то что-то чертовски много их тачек на дорогах. Врага одолеть легче, когда он пешком. Автопарк находится за свалкой, на западе от города. Тамошняя вонь получше любого компаса. Мы, то есть Проспер и я, хотим, чтобы ты нашел автопарк и разгромил его. Как? Да как хочешь. Как хочешь, так и громи. Мне все равно. Главное, уничтожь компрессоры. Слушай, платят за то, чтобы все взрывать. Такая работа не может не нравиться. Вот деньги. Теперь отправляйся к свалке и уничтожь компрессоры. Эй, последнее напутствие. Даже ребята из СНС будут стрелять по тебе, если заметят. Так что берегись. Эй, сюда! Тебе платят за взрыв автопарка. СНС разрушает всю страну. Но Афот, честно говоря, тоже. Знаешь, большой склад топлива, он к северу отсюда. У Афот там есть контора. В конторе хранится папка. Она мне нужна. Сумеешь ее достать? На карте отмечены маршруты их грузовиков. Маршруты меняют каждый день, чтобы избежать слежки. Когда ты взорвешь автопарк, все водители на полной скорости помчатся обратно на склад. Ведь они везут бензин, а он здесь всем в округе нужен. Грузовики замаскированы. Ради мобильности Офот хранит запасы топлива в машинах. Так их никто не разграбит. Ну, разве что я. Я собираюсь устроить засаду на грузовики. Попробую угнать один и взорвать остальные. Или, может, все взорвать. Я еще не решила.
Дело не очень простое. При отходе мне понадобится помощь. Найди карту в кабинете управляющего. Я слышу его.
Офигеть, кустарник горит. Осторожно, он все еще здесь. Давай, отойдем от пламени. О, черт! Еще в игре. Проверь боеприпасы. Зад не подставляй. Все пройдет как надо.